Полет над Волгой. Элитный внедорожник с водителем и пассажиром улетел на дно реки. ЧП произошло сегодня утром. Водитель просто не справился с управлением. Автомобиль так и покоится на дне. И нашему корреспонденту Роману Яшкову пришлось отправляться на съемки в маске и ластах. Затонувший автомобиль находится в 3-4 метров от меня. Сейчас мы попробуем сделать хоть какие-то кадры этого автомобиля. Посмотрим, в каком он состоянии. Значит, вода очень холодная, ребят. Попытаемся подплыть поближе к автомобилю. Посмотреть через маску, что там под водой. Да, все верно. Автомобиль лежит боковыми дверями вверх. Но сейчас в данный момент я могу точнее трогаю подушку безопасности, которая сработала. С утра сели рыбачили, слышим визг шин, потом удары, и полетела машина вниз. Он уже летел оттуда так. То есть здесь уже шел на крышу два раза и туда нырнул. Ну тут все рыбаки сбежали типа помочь, они сами выплыли оттуда. Ну вот руками я чувствую, что покрытие, крыша вся искорежена. Очень остро. И здесь уже идет крыша автомобиля. То есть автомобиль лежит на боку. То есть, по всей вероятности, когда он начал переворачиваться, приземлился он уже на боковину. По словам очевидцев, в автомобиле находились два человека – мужчина и женщина. Они самостоятельно сумели выбраться из автомобиля, после чего были доставлены в больницу на карете скорой помощи. Слава богу, все живы. Маленько поцарапались. Парень молодец, подождал девчонку, пока она вылезет. Вместе выплыли. Проводил достойно свой автомобиль, как капитан настоящий.